Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Эх, машина. Вот, сейчас мы с вами загружимся, да, и вспомним, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. Вот. Наверное, вот эти вот загрузки я буду пропускать, потому что они довольно долгие. Окей, дошли мы до инициализации, как всегда. Вот эта вот фраза, я помню, во многих старых играх, в которых были загрузки, и в которых были такие вот надписи. Инициализация уровня — это... Фраза говорила о том, что вот-вот у нас сейчас все загрузится. Так, на прошлой серии мы с вами куда-то это самое поставили точку, ориентир. Я сейчас ее уберу. Вот, уже убрал. Так, и нам нужно в Мидгард ехать. Вот, и у нас в Мидгарде с вами целых два задания. Да, дополнительное задание. Я, по-моему, не туда поехал. Давайте развернемся. Туда нам, наверное, да? Да, вот нам сейчас в ту сторону надо. Вот, два задания. Давайте я сейчас посмотрю, какие это задания. Не то, вот это. Разыскать Бена и знаки на полях. И вот. Вот эти вот два задания мы с вами попробуем выполнить. При этом побеждая врагов. Так, одного мы победили. Вот. Будем ехать четко по дорогам, пока мне это не надоест. Вот. Ну а когда надоест, мы с вами будем срезать. Нам все же прямо надо, мне так кажется. О, смотрите, мы, наверное, в горы поедем, да? Не понял, кто где. Нифига себе. Ух ты, ё-моё. Все, мне кранты. Мне, ребята, кранты. Вот первая смерть у нас образовалась. Так, загружаем последнюю игру. Нифига себе. Слушайте, по крайней мере, я теперь знаю, что там баррикады есть. И снова в бой! Так, один готов. Так, давай, перезаряжайся скорее. Второй тоже готов. Видите, заспавнились теперь другие ребята в другом месте. Так, давайте я сразу этого. А, нет, это те же самые. Да. Давайте я сразу же вернусь обратно.
и продам все, что у меня есть, и при этом починюсь. Да. Да, ничего себе. Надо реально... Да вы чё? Чё-то вас очень много получается. Или это просто один вот от этих вот ребят отстал? Так, я помню, что у этого дерева там один другалек застрял в какой-то серии. Видимо, выбрался уже и уехал по своим делам, да? Так, нам вообще-то куда? Кстати, можно попробовать как-нибудь срезать. Я не знаю, получится ли или нет. Вот эти вот баррикады. И я сейчас попробую по горам тогда поездить. Хотя мне кажется, что я не заеду сюда. Или заеду. Офигеть, заехал. Так, ну-ка, берем разгон сейчас как на трамплинчике. Воу! Не хочу я эти баррикады. Где-то там, короче, стоит вражина один. А, вон он. Так, ну я пока побеждаю. Жалко, тут нельзя отстрелить оружие, типа. Есть. Так, давайте. Ух ты, нифига себе. Ну, зато починился, да? Зато сразу починился. Смотрите, я вот сюда приехал. А вот где-то здесь вот эти вот баррикады. Так, перезарядка нужна, кстати. Сейчас я еще... А, смотрите, я вообще не туда поехал. Мне кажется, что вот эти баррикады, которые мы видели, да? Их же можно как-то объехать. Вот, например, по вот этой вот тропинке. Потому что мы с вами ехали вот по этой вот дороге, а тут еще вот это вот. И вот у этой дороги как раз эти баррикады были.
О, кстати, засада. Прикиньте, а тут вообще засада лежала. Ну-ка. С засады ничего нельзя подобрать. Так, сейчас куда нам? Ну, нам, собственно, туда, наверное. Это я еще очень хорошо так выглянул. В меня эта засада вообще не стреляла. Или я не знаю. Или эта засада, она вообще никого, ни в кого не стреляет. Вы можете написать в комментарии, если кто играл в эту игру. Засада, она вообще в кого-нибудь стреляет или нет? Или это просто как... проехал мимо засады, и после этого к тебе сразу все, уезжают. Типа бандюганы знают, где ты есть. Так, ну я его чуть-чуть это самое убивал, когда он доезжал до меня. Так, есть. Так, ничего себе, нету, жалко. Так, перезаряжаемся, сохраняемся. Так, перезаписываемся, да. И продолжаем наш путь. Пока еще сносно у нас. Дела. О, тихо, где? Следующий. Вот реально мне это напоминает Crossout. То есть, когда помните, там как же там называлось это самое на карте задание это. Пробуждение, по-моему. Вот, и там... Да, смотрите, красиво как. И дорога косая, кривая. Так вот, в Crossout'е тоже такая фишка есть, типа... Загружаешься в этой самой... выживание. В пробуждение, точнее. И там ездишь по карте. И там время от времени тебе попадаются противники. Давайте сначала я сюда заеду. Да, на самом деле, вот тебе и средняя сложность. В некоторых играх средняя сложность — это такая тяжкая, на самом деле. Так, заправка. Паченька 101. Блин. Что-то, блин, починка очень дорогущая. Я боюсь, что... Так, заправка. Ну, смотрите, мы почти доехали. Нам осталось меньше половины доехать. Вот, я боюсь, что чем круче будет машина, тем дороже будет починка вот этой машины.
вообще здесь нужно быть внимательным. Конечно, башкой тут крутить не получится, потому что, ну, никому не хочется смотреть, как я вот так вот кручусь. Поэтому буду смотреть на мини-карту. Так, а еще я... Да, буду смотреть такую глобальную карту. Да, и здесь вот так вот сделаю, чтобы было меньше всяких стрелочек на мини-карте, чтобы не было путаницы. Опа. Вот они. Так, один готов. Ну, второй готов. Ржавый шершень. Понятно. Так, а здесь у нас что? И снова бой. Да сколько у вас тут? Так. А, все. 50. Средняя цена. 1. Вот это вот мы выкидываем, вот это вот берем. Потому что сломанный шершень, это, ну, не очень хорошо. Зачем такое таскать, если оно стоит мало. Так, у нас половина жизни. Какой кошмар, сколько у вас тут вообще бандитов? Целых 2. Но они пока что не в мою сторону едут, это хорошо. Я надеюсь, что я смогу от них уехать. И я надеюсь, что они за мной не поедут. Потому что сейчас... Это серьезно, короче, половина жизни у меня. Я там... А, уже свои ходят, ездят. Хорошо. Нормально. Так, трое нейтральных, точнее, даже наших. Фух, наконец-то мы доехали до Мидгарда со второго раза. Уже счет идет на метры. Опа. Ух ты, нифига, так отступаем. Ой-ой-ой. Все, валим. Ой-ой, а где я сохранился-то? О, все, у меня кранты, ребята. Не, ребята, кранты, доеду или не доеду. Так, ну-ка. Неужели доехал? Смотрите, 5 жизней. 5 жизней. Офигеть. Доехал просто на соплях. На самом деле. Мидгард. Фух. Так, магазин. 300 монет у меня. Ну, хоть как-то починился, короче. Так, барменша Эшли.
жизнью. Так, давайте сейчас поговорим с профессором Малым. Я вас слушаю, что случилось? На поле около восточного появились загадочные знаки, а до этого люди видели огни в небе. Сам я с таким не справлюсь. Так-так, огни, знаки. Где-то я это уже слышал. Хорошо, вы выполнили свое задание, теперь мы проведем пропаганду против суеверий и внимательно изучим этот феномен. Если увидишь еще подобное явление, сообщай нам. Не вижу причин отказываться, пока вы платите за информацию. 80. Ну-ка, а за 80 я могу? Ну, хоть починились до конца, да? Это хорошо. Так, житель ё-моё. Так, мне надо на самом деле еще почитать... так, последний раз Бена видели в Медграде. Мне повезло, Бен Россель живет неподалеку. Я должен встретиться с ним и выяснить, как он связан со мной и с недавними событиями. Ох. Доехать сюда, это, конечно, капец был. Так, барменша Эшли. Какие новости? Представляешь, все в порядке. Предыдущему наемнику не к чему руку приложить. Понятно. Хорошо. Так, давайте сейчас посмотрим. Может быть, на карте нам покажут, где... Куда нам ехать? Вы выполнили задание, хорошо. Да, смотрите, тут... Видите, тут ребята, кстати, всех победили. О, я сейчас давайте подберу тут... вещи. Так, шершень подобрали. Пускай у меня будет хоть сколько-то денег сейчас. Так, смотрите, я все-таки задание и не выполнил основное. Так. Вот, сейчас будем пробовать выполнять все это дело. А, нам же в музей сказали ходить. Да, я вспомнил. Нам нужно в музей. Так, 70 долларов. Житель ё-моё. Из-под какого камня ты выпал? Сразу видно невежественный фермер. Никто здесь с тобой даже разговаривать не будет. Ну, ты начал говорить. В чем дело? Как в чем? Да ты когда последний раз в зеркало смотрел? Наш город — последний оплот цивилизации в этом проклятом мире. И всяким невежам здесь не место, особенно в музее. Еще и экспонаты испортишь. Иди в бар, работяга. Сейчас я тебя самого экспонатом сделаю, друг. Я думал, музей для всех, нести культуру в массы и все такое. Вообще-то так оно и есть. Наверное, я погорячился. Слушай, нам как раз нужен такой дикарь, как ты, чтобы защитить транспорт. Довезешь его в целости и сохранности до порта, тогда не только я закрою глаза на твое происхождение, но и сам мэр руку пожмет. Совсем вы тут сдурели со своей цивилизацией. Нормальному человеку помочь не могут. Так и быть, доставлю ваш транспорт куда надо, только потом не отвертишься. Ответишь на все вопросы. Безусловно, отправляйся к завхозу, там пройдешь инструктаж. Посмотрим, что у вас тут за завхоз. О, завхоз. Так, окей. Вот он, завхоз. Ты что ли новобранец? Хлебковат. Надеюсь, водить и стрелять ты умеешь. Справлюсь, не волнуйся. Говори, куда ехать. Так, давай помечу на твоей карте пункт
назначение или возможные места нападения бандитов. Вот здесь узкое место, надо быть особенно бдительным. Транспорт будет ехать сам, твоя задача обеспечить безопасность во время движения и доставку груза, ясно? Предельно, куда, когда выступаем? Если готов, хоть сейчас. Можешь делать покупки и установить необходимое оборудование. Ну, давайте прямо сейчас. Вот, вот стоит перед нами груз, точнее, транспорт. Нифига себе, погнал. Так, а давайте я для начала сохранюсь. Потому что что-то мне кажется, что тут это будет тяжко. А вот он приостанавливается даже. Так, а куда мне сейчас нужно? Нифига себе, это вот сюда мне надо ехать. Порта. Офигеть. Это, блин, через всю карту пиликать. Так, друган, ты приостанавливайся немножко за вот это. Так, там город. Хорошо. Так, это заправка. Хорошо. Нифига он там по кочкам шастает. Да, я боюсь, что с такой хилой машиной я вообще все. До какого-то определенного момента еще мне, наверное, нормально будет, но потом. Вот это прикольно, что это за дела такие. Так, ну-ка, карта. Так, половину проехали. Половину проехали, это хорошо. Так, сохраниться надо. Да, тут горы всякие, небо звездное. О, а что это за гора такая самая высокая тут? Интересно, интересно. Какая-нибудь Джомолунгма. Или... какие там еще горы высокие есть? О, тут едут к нам. Так, у нас тут гости могут быть. Не дай бог, они к нам едут. Так, вроде на них никакой реакции не было. То есть никто ни на кого не нападает пока что. Ой-ой-ой. Блин, тут так мотает грузовик, он же тяжелый. Так, нам... Давайте сохранимся, да? И нам нужно посмотреть, сколько мы проехали. О, почти доехали, смотрите. Со
совсем чуть-чуть осталось. Вот неужели этот город нам нужен? Похоже на порт. Возможно, это и есть порта. О, тут электричество, смотрите, сверкает. Искра. Или это просто текстурки. Вот так вот прогружаются, и поэтому... Жупс, видали, да? Да, это текстурки прогружались. Ну, не прогружались, а... Ну, знаете, видели, да? Вдали мерцали. А было такое ощущение, как будто здесь электрические провода искрят. Было прикольно. Так. Там, конечно, кто-то есть. Баррикада, кочевники. Баррикада кочевников. Хорошо, я буду знать. Баррикады, они очень далеко лупят, на самом деле. Тихо. Ну, что, я тебе... Опа. Сейчас, ребята, подождите. Мало ли тут что-то выпало у него. Нет, ничего не выпало. Жалко. Ну что, все, я доехал. До порта. Порта. Ну-ка. Не понял. Красавчик Шон, археолог Джонс. Мы простые археологи. Но всякие проходимцы мешают нам проводить раскопки. Так. Красавчик Шон, спасибо, милый человек. Мы давно ждем этот груз. А, вот, понятно. А то бандиты совсем озверели. Все проходы перекрыли. Рад был помочь. О, еще обратно. Офигеть. Нифига себе. Мы разгрузились еще немного и поедем обратно. Как будешь готов свести. Ну ладно, свистим. Так, мы выполнили задание. Так, подождите, мне нужно посмотреть... Вернуться с транспортом в Мидгард. Понятно. Хорошо. Так, мы сейчас поедем днем. А теперь я открою карту. Да. Тут, конечно, да, все. А. Так, один готов. Второй готов. Так. Угу. Все, и едем за нашим другальком. Конечно, там еще кто-то едет сзади, но все, пропал с радара. Противник. Мне бы каких-нибудь, знаете, простых заданий повыполнять тут еще.
знаете, много-много каких-нибудь простых заданий, чтобы хоть сколько-то нафармить денег. Так, давайте я сохранюсь. Потому что у нас... прогресс... есть. Почему-то мне очень стрёмно сейчас. Так, тихо. Есть. Так, хорошо. Продолжаем. Эй, в смысле? Так. Немножко пролагала игра. Если что, я все вот эти лаги буду по мере возможности вырезать на монтаже. Да. Так, ну из-за этих лагов я немножко ступил, и жизни у меня что-то стало очень мало, 3 полоски всего лишь. Зарядку надо делать. Так, сколько у нас там по карте? О, чуть-чуть осталось. Вот сюда. Нет, вот сюда. Вот. Наверное, мы же проедем мимо какой-нибудь заправки, я надеюсь. Конечно, вот эти вот прыжки по дороге, я, конечно, понимаю, что это кочки всякие, это хоть выглядит нереалистично, но эффектно, как такой тяжелый грузовик подлетает. Вверх от обычной кочки. Так, друган, подожди меня, сейчас я немножко подлечусь. Малая земля. Вот, вот так вот, вот так вот не страшно ехать дальше. Да, с этим надо что-то делать на самом деле. Потому что все деньги, они прям вот уходят чисто на ремонт. И если честно, я бы давно бы уже накопил на какую-нибудь крутую машину. Вот, возможно, тут как-то можно будет накопить быстро денег, какой-нибудь способ. Я, конечно, знаю, что тут можно торговлей еще заниматься. Вот, возможно, я это и буду делать. Так, заезжаем.
Так, ну что, житель ё-моё, давай. Тот, кто помогает городу жить, тому и поможем. Что тебе было нужно? Смотрите, мы выполнили задание. Мне сказали, что здесь я могу найти Бена Дросселя. Бена, говоришь? Знаем такого. Он построил себе хижину неподалеку. Там и живет. Давай помечу на твоей карте. Наконец-то я узнаю, кто я такой. Так. Ну что ж, задание выполнено. Вы выполнили задание. Вы получили предмет. Ну-ка, а что за предмет такой? Так, вот сюда нам надо. Так. О, скорострельный... 7. 5. Скорость стрельбы. Дальность про... Скорость стрельбы 734. Дальность поражения 1100. Точно 77. Конечно, я, блин, поменяю. Слушайте, денег у нас сейчас нам не дали, но нам дали крутую штуку. Так, поэтому я сейчас вот это вот все попродаю. Тут улё. Офигеть. А это что такое? Молот Тора. А это что такое? Охотник. Ясно. Блин, тут такие крутые вещи. Так, а что, что такое? Горючие бутылки, нефть, дрова. Книги, табак. Ясно. Короче, за 300... Ну, хоть мы смогли починиться и заправиться. Вот, это очень классно. Так, ну что ж, мы выезжаем. И давайте мы доедем до Бена. Так, как до него доехать надо? Так, давайте в другую сторону мы сейчас поедем. Слушайте, пушка выглядит прикольно. Помощнее того, что у меня было. Так, тут просто, видите, вот эта дорога, видимо, не исследована. Возможно, здесь есть какая-то тропа. Хотя, с другой стороны, можно попробовать срезать. Возможно, он... А, нет, он не там живет. Сейчас, короче, посмотрим. По полям, по лугам, по бездорожью едем к Бену. Смерть бандитам! Опа, бандиты, бандюганы, здрасте. Ой, вас трое. Сейчас вот из-за этого холма выпрыгнут. Так, смотрите, двоих развалил. Нехило. Слушайте, это очень классно. Правда, перезаряжается. Что-то долговато. Металлолом. Я подобрал металлолом. Так, ну, по крайней мере, я с вами сейчас... Опробовал этот пулемет. Хотел я к Бену поехать сейчас, но давайте я
как сделаю. Я почти до него доехал, кстати. Поэтому можно тут и... В смысле, кто? Кто поживится? На ком? Так, немножко опять игра залагала. Поэтому если она у вас дергается... То не обессудьте. Главное, что ничего у нас не портится при записи. Так, ну что, Быныч, ты тут? Приехали. Ну-ка. Заставочка. А вот он стоит. Ух ты, старик Бен. Айвен, неужели ты вернулся? Прости, молодой человек, обознался. Глаза уже не те. Что привело тебя ко мне? Мой поселок сожгли. Перед смертью мой отец сказал, что я приемный сын и наказал найти тебя. Вот вещи моего настоящего отца, и вот я стою перед тобой и не знаю, что делать дальше. Ёшкин кот, неужели нашелся? Кто нашелся? Смотри, как похож. Не зря я опознался. Помедленнее, объясни как следует. Прости уж меня, что так тороплюсь, такие дела творятся. Слушай же, твой отец настоящий. Я имею в виду великий человек. Его имя Айвен Го. Он объехал весь мир, открывая новые земли и технологии. Это он во многом предопределил весь путь развития человечества за последние, дай подумать, 30 лет. Так прямо и предопределил. Да-да, именно. Его открытия помогли людям встать на ноги. Мир, который ты видишь вокруг, стал таким именно недавно. Еще совсем недавно мы шались по своим домишкам в темноте, без электричества, без связи. Каждый был уверен, что в мире кроме него никого нет. А ты знал, что этот твой отец открыл людям радио? Вообще-то, до этого момента я ничего не знал о своем отце. Ах да. Ну так знаешь же теперь, каким великим человеком он был. Что случилось? Что же случилось с ним? Он погиб? В этом и дело, что никто не знает. Однажды он просто пропал. При том, что его хорошо знали, и никто бы не осмелился поднять руку на него. К тому же, Айвена было очень непросто победить в бою. Он сделал из своей машины просто чудо. Значит, отец может быть еще жив? Сколько времени прошло, не стоит зря обнадеживаться. Ну, ты говоришь, отец был лучшим, он знал, что его ожидает опасное путешествие, и оставил след, по которому я могу найти и спасти его. Это загадочное письмо и странный диск, они приведут меня к цели. Молодежь, когда-то я был таким. Ты прав, не будем терять надежду. Я слишком стар для странствий, а тебе я вижу все по плечу. С чего же начать поиски? Твой диск непростой. Это что-то вроде книги, правда, прочесть ее будет непросто. Раз твой отец эту книгу записал, значит, у него дома должно быть устройство, чтобы ее прочесть. Кажется, его тайное убежище было где-то за Пештом. Или за Пештом. За Пештом будет, пускай. На северо-востоке. Поезжай туда, а я пороюсь в книгах. Может быть, придумаю что-нибудь еще. В добрый путь. Отправляюсь немедленно. Спасибо за помощь. Вот так. Вы получили 330 монет. Слушайте, прикольно. Уже что-то. Короче, нашли Бена.
Давайте посмотрим на карту. О, нифига себе, это мне туда сейчас надо. Ладно. Хорошо. Так, теперь журнал смотрим. Так, мой отец еще может быть жив. Я посвящу свою жизнь его поискам. Какие-нибудь зацепки могли остаться в его жилище в Мине. Так. Так, давайте вот так вот даже сделаю. Вот энциклопедия, статистика, отношения. Союз фермеров Мин. Союз фермеров Мир. Кочевники, война. Пока так. Пока что у нас только война с кочевниками и с бродягами. О, давайте вот это вот сейчас почитаем быстренько. И историю. Так, вот. Мне пришлось много поездить, прежде чем я выяснил что-либо конкретное. И я не ожидал, что кроме родных мест существуют и другие города и деревни. Наконец, мне указали путь к хижине Бена. Это вот как раз мы сегодня в этой серии приехали. Старик увидел во мне знакомые черты и принял как родного. Его дом был полон странных вещей. Когда я поведал свою историю, Бен подумал немного и рассказал, что отец действительно пропал около 20 лет назад. Он нашел что-то очень значительное, но не хотел никому говорить. Что это, пока сам не убедится, что это безопасно. Бен также рассказал немного, каким был отец и какова жизнь исследователя. Увидев диск, он вспомнил, что у отца была машина, способная читать и писать такие штуки, как книги. Он доказал место, где раньше был и работал отец. Наверное, это просто компьютер стоит там. Ну-ка. Молоковоз. Так, вот, молоковоз давайте посмотрим. Легкий грузовик, любимый богатыми фермерами, скупыми торговцами за прекрасное соотношение цены и качества. Однако профессионалы недолюбливают эту недостаточно безопасную модель. Боец. Это обычно выглядящая модель несет на себе достаточно вооружения, чтобы представлять опасность и сама по себе. Чтобы представлять опасность и сама по себе. Понятно. А учитывая, что бандиты редко нападают поодиночке. Да, слушайте, выглядит на самом деле прикольно. Вот пока что единственная машина, которая мне чисто внешне нравится. Так, книги. Путешествие Садибана, часть 1. Жизнь успешного торговца начала угнетать меня, когда таинственный незнакомец пришел ко мне и предложил продать карту сокровищ. Приди он на неделю раньше, и я приказал бы выгнать его за шею. Но теперь я с радостью заплатил ему баснословную цену за клочок древней бумаги. Незнакомец вежливо поклонился и ушел в ночь. Почему-то меня не оставляло чувство, что мы с ним еще увидимся. Я нанял команду отчаянных парней, подготовился к путешествию, и спустя неделю после ночного визита мы двинулись в путь. Нам пришлось отбивать атаки безумных дикарей, и мы потеряли в схватках одну машину вместе с водителем и припасами. На 17-й день нашего путешествия мы приблизились, наконец, к цели нашего путешествия. Величественные вершины простирались перед нами всюду, куда ни кинешь взор. Едва увидев эту небывалую картину, я сразу понял, что не зря терпел все лишения и опасности пути. А ведь это были только врата в сказочную страну. Перебраться через горы оказалось труднее, чем мы рассчитывали. Тоннель, указанный на карте, оказался завален. Мы ничего не смогли сделать с огромной грудой камней, так что пришлось искать обходной путь через горы.
Машины не справляются с перегрузками, горючее кончается. Оставили технику, отправились пешком через перевал. Мой друг Свен сорвался в ущелье и буквально разлетелся на части, упав на дно, усеянное острыми льдинами, нифига себе. Его маска до сих пор лежит там, глядя в небо с немым укором. Вместе с ним погибла и карта сокровищ, а также наша надежда выбраться когда-нибудь из этого ледяного ада. Сам не понимаю, как нам удалось найти путь среди воющего ветра и ледяных вершин. Но скоро мы начали спуск, и через 3 дня оказались на цветущей земле Либриума. Так назвали этот край доброжелательные аборигены, которые выходили нас. Эти добрые люди оказались единственным сокровищем, которое мы обнаружили в нелегком путешествии. Понятно. Вот, короче, такая вот история про путешествия. Скорее всего, есть какая-то вторая часть. Честно, я даже не знаю, почему она у меня тут появилась, и как вот эти вот книги искать. Кстати, у меня тут 2 металлолома, по 125 стоит, нифига себе. Вот, короче, пока что такие дела. На этом я хочу закончить данную серию, потому что она идет уже очень долго, и похоже, она пока что будет самой долгой тут. О, тут можно приближать и отдалять. Прикольно. Класс. Я вообще хотел посмотреть, как тут, можно ли через стекло посмотреть на водителя. Если нет, то ладно. Короче, на этом все. Пока что самое трудное задание у нас было сопроводить грузовик вот отсюда, вот сюда. Это на самом деле нифига себе. Так, сейчас давайте посмотрим. Римская малая земля. Локус. Возможно, тут еще что-то есть. Потому что тут, смотрите, вот дорога. Сюда ведет, вот здесь дороги есть. Дорога в Футерленд. А мы вот отсюда приехали в одной из предыдущих серий. О, кстати, тут можно посмотреть описание. Но это я на самом деле буду потом смотреть. Вот. Так что вот такие вот дела. Мы все ближе к ответу, кто же наш отец такой, да? Вот, и в следующей серии мы с вами поедем вот сюда. Вот. И посмотрим, что там вообще такое есть. Вот. А на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть, конечно же, в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока!